для езды на мотоцикле. Вот такой шлем был приобретен. Достаточно удобный. Имеет здесь вставки с кожзама, скорее всего, мягкую обивку. Можно здесь снять очки, можно их и оставить. Вот такой шлем, достаточно симпатичный, такого коричневатого цвета. Имеется здесь козырек. Вот, посмотрите, пожалуйста, видите, козырек здесь такой. Выглядит как каска времен Второй мировой войны, навевает, с такими очками авиаторами, скажем так, консервными банками. Вот как он сзади выглядит, с другого боку. И вот у него такая часть. Чем-то мне утку напомнил здесь, как будто утка. Не знаю. Вот такой шлем для езды на мотоцикле. Имеет здесь, видите, швы. Достаточно аккуратно сделан. Здесь кожаное, видимо, покрытие обтянут кожей. Швы сделаны аккуратно. Очки чувствуются из пластика. Хорошего здесь имеется, видите, поролоновые штучки, чтобы не давили вам на черепную коробку. Все достаточно хорошо. Стекло качественное, мягкое на ощупь. Вот такие вот дела.